Вот. Рибав, дайте подай какашку. Какашку. Ну, короче, что там мне не хватает, скажу сейчас. Кашку подай, дайте, паладин, алло. Паладины, дайте каску под ИК. Паладины, дайте каску под ИК. Да давали вроде. Паладины, 30 секунд каски. Все, отлично, нахуй. То есть я только Ома, лучше спрошу. Да, только Ома. Угу. Ну и собак забираешь на себя, да, которые появляются. Это да, это естественно. Отчет дай. Почет прям. Никто босса не вливается. Я скажу, когда можно будет бить. Чтоб не сорвали игру, чтоб он не бил. Поехали. Не забывайте меня хилить, мне больно будет. А, открылся волн. Геру дали, фулл ДПС по волну. По фонарю на пульте. И собак миники играйте. КС, спейси, главное, держи на волне. Припоты, бурсты, все, отдавайте эту хуйню. Декурс. Декурс не забывайте. Меня декурсите, я далеко стою. Что там одна собака стану? Все, босса, бейте милики, похуй на эту собаку последнюю. Максимально по боссу. Держи КС, главное. Все жертвоприношения с чем-то скинул. Угу, все отлично. Так, по крошу сколько, что там по агру? Блять. Не бейте пока крошу. Все, бейте крошу, РТД, нормально. Живую бомбу выносим с арены. РТД только. Милики, пока ждите, пока собака появится, там по ней играйте. Косты сбивай. КС, главное, обнови, спаси. Кого огонь стоит сейчас, этот, королева, забери огонь, пожалуйста, нажмешь ему, я скажу, когда. Фонарик, готовься сокрудовать и дрыми сейчас баун. Дай баун сокра, плюс ему на огонь. Прохил. Все отлично. Слепоглаз открылся, по слепоглазу играйте, Родина. Около месяца. Пристена, дай гимн на ману, Гастелла, поставь тотем на ману. Сейчас под конец обещаю. Все, стопнули, если по глаз не бьем. Стопнули, не бьем. Киглера, поехали. Спейси, кидай это. Милики, пошли тоже киллера играть. Только когда сокрушающий молнию он кастует. Блять. Сокрушающий молнию когда кастует, отходить. Блять, войд нахуй, не бей нахуй. Я не знаю, что ты там делаешь, ты забираешь у меня короля, блять, все время нахуй. От сокрушающей молнии отходите просто, и так бейте кейк. Ну там залупа какая-то, он ну на миликов агрится. Может? Слана, все, отойдите, милик, пизду нахуй. На суету также согнался. Помогите кто-то из миликов, заберите. Да, и этот, Never Pro BR по суете быстрее.
Крош открылся, РДД по крошу играете, дебаф наносим. Ребафните ДК быстрее. Обновили бы кто-нибудь крик на хп, блядь, было бы неплохо. Я далеко остаюсь. Так, Дермич, готовься из баунд давать. И ману огонь корнева нажмешь. И плюс фонарь сыкру. Нажимайте. Сыгу быстрее. Прохил. Снайвер, письменный, королева, письменный. Пиздец. Элюнда и Иннер по королеве. Слепоглаза бить. Милики, подводите собак в РДЗ зону и хилы регенти ману об собак. Не знаю, как вы так высыхаете, это пиздец просто полный. Сколько это ТТМ? Бля. Следующую собаку не бейте. Ну, а на ману гим есть? Есть. Пока не надо. Надо под тотем будет. Ну, они там сухие пиздец. Я учистил на YouTube телеграмму, я через ялам пересылаю, обновляю. Руки дал на гастрону 5% хоть риска. Бейте, вот собак. Жаба висит. Кеглер раскрылся, по Кеглеру играть то сам. А, красноязычный. Нет, оттуда бейте, похуй. Давай новую сюда, я тебе сейчас добью. Вон новая. Поставишь плюсик, когда у тебя ТТМ будет готов. Чё? Сейчас стопнули по Кеглеру, не бьем. Стопнули. Красиво. Крош открылся, по кресту играет черный, да? У тебя уже должен ты там скоро быть. Давай швеб с гимном ману и ставь ты там. Собираем. Игровую бомбу выносите, срень. Не бахайте, блядь. Также королева Эма на огонь. Нажмешь подкаст пересподний, дермич из баунт и фонари сокру. Не я озвучу КДСУ. Целый. Прохил. Хорош, открылся, дальше бьем. Блять. Королева, отдай шанк. Шанк, забери ауру на огонь. Будешь жрать бабл сакра плюс эма на огонь. Шанг, ты его одной. Шанг. Не вижу сокры, блять. Алло, нахуй, я ману огонь, блять.
сука, слепоглаза бейте, ну. В идеале, конечно, да. Нет. Попала на какой-то рез. Да, рез. Дай БР по нему, Элим. Собаку подводите в РДД зону, там королева без маны вообще уже. И шанг тоже, блядь, без маны почти. Не бейте эту собаку. Весите ману в нее. Дал тебе хан. Слепоглаз. Дальше, блин. Че там гимн откатился? Там да, вторую представить. Не надо. Геру я скажу, когда он откроется, блять, Геру нахуй, фул ДПС полному, собак вообще не трогаем, фонарь заберем. Когда он откроется. Еще надо вести собаку. Не бейте ее. Да, ведите собаку, хилы, регеньте ману, шанг тоже реген. Печать мудрости эту ебаную ставь, жагу синюю нахуй и пошел хуярить. И хуярить одноручкой. Под святую клятву там, блять, вообще заебись. Реген. Слепоглаза дальше бейте, добивайте. Опять открылся. Тем более сейчас хилить почти ничего не надо. Так, у нас Гастелла без маны, у Элена Иннера есть. Элен Иннер по... С фонаря там стартите, бля, кто-то ДК. Давай, давай по Гастелла Иннер. Угу. Стэн, у тебя финда есть? У меня есть только гимн сейчас. Не, гимн не надо. Ждем. Тотем, сколько у тебя Гастелла? Ждем пока. Регенти, вон маноб собак. 40 сек. Ну вот под через 40 сек дожгим. Так, сейчас новая хуйня какая-то откроется. Покрош открылся, покрош играйте, родные. Милики собак. Ух, блять, больно нахуй. Сейчас подбегу тебе капу, да? Не надо. Да, на всякий случай, БЗ есть. Что? Даю тотем. Да. Так, блять, у нас минус ДК. Понял. Давай гимна ману пристали. ДБР у нас минута 27. Может, ну, кто-то сейчас притонуть? Кулка, блядь. Ну, возьми, сделай. А, вот, ссылки. Ебать. Поздно. Блядь, ну, типа, вы прожимаетесь, когда там таунтите, нахуй. Ну, что это за хуйня? Этот, прохил, прохил. Кроша добивайте, Родина. Я гимн отдал, нах. Дермич, заберешь с меня короля, блять, как только крош умрет. А то по мне он больно бахает слишком, нахуй. Заебало. Чтоб хилов сильно не напрягать. Ебать, мы долго тут сидим, я охуел. Просто что миликов дохуя, да? Угу. Заберите сейчас. На секунду. Never bear, дай по. Он тебе через 5 секунд будет. По войду.
Полом открылся. Геру дали фул ДПС полому, похуй. Полом играйте просто. И этот красноязычник повесь клан. Декурс не забывайте. Декурс. Потихоньку бафы дайте. Дайте, бурсты жмите, все свое отдавайте, убейте нахуй эту хуйню. Меня можно вообще уже не хилить, главное декурсить, я сам от китера отхилюсь. Невер, лапку дай. Больше ДПС полому дайте. Собак не надо, просто олму. Больше, 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 больше. Давайте там экзекут как раз, еще 10 секунд. Все, отлично, нормально успеваете. 5 секунд. Иглер открылся, здесь Иглер обидите. Красноязычный поесть только. Только от этой молнии ебаной отходите. Ладно, давайте избаун, да, мне отходите, видите. Дал избаун. А там разжато вообще 8 метров, да? Там, по-моему, даже 6, не 8. Все, избаун прошел, кстати. Масса крутал. Все, бейте дальше. Не рисковали. Бейте, 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 не отходите, бейте, это похуй. Дальше бьем, он открылся. Все, бейте короля. Че у нас там тьма нахуй? Сейчас песики вылезут нахуй. Их не надо бить, они просто это уешки вон. Короля что же КС висит? Не, похуй. На короля похуй. Аура, нахуй, аура, аура, прием, убежали от дома. Отойдите, милики, отойдите, отойдите, отойдите. Ебать. Да. Что-то я, блядь, проспал. Мы его и хилим, для мага нахуй получили. Ничего страшного. Че, у тебя там тотем откатился, нужен? Да, конечно, все сухие, конечно, все хуярит. Ну, поставь, давай. Поставьте этот пристально гимном. А, все, окей, все, взял. Идите, бейте, милики. Опять, нахуй, отошли. Пиздец. Ну, блядь, 10 миликов рейли, блядь. Фонари не бей, блядь, ты его хилишь нахуй. Больше, чем нахуй наносишь урона, блядь. Кунка сдох. А кунка как ебалом в полном каждом боссе, как сказали, нахуй, некоторые.
Все, идите, бейте мелики. А, не, он сейчас пламя ебанет. Отойдите, мелики, сейчас фарбласт ебанет, и потом пойдете бить, ну. Отойди. Оп, все, идите, бейте. Давайте Геру чешу, блин. На одному тебе? А, ну пусть да, плят. Давай, давай, типа. Пиши. Нет, на тебя Гер. Доставай, вон Гер. У нас один шанс, да, Гер? Ну да. Хуёво. Ну, зачем тебе Гера, блядь? Твой ДПС стремится танков обогнать только. Тьма нормально. Пёселей только уешь. Ну, бип в основе урон босса пить. Что, тебя выкинул опять жур? Ну, Журб, видно, не судьба, короче, тебе вообще в целка попасть, ну, на Сирус Х4. Потому что его и там левел хуёво выкидывает. Слава богу, что короли не нужны. Груля еще дольше бить. Это нудная херня закончилась. Теперь пошли на следующую. Бикинься с дискордом. Сейчас, блядь, на следующий надо, блядь, миликом бегать, нахуй. Думать немножко головой, нахуй. Сейчас увидим всех даунов. По факту, блядь. Побежали, чё стоим? Только хилите просто. Первый по диспелу. Ебать, ты жёсткий, нахуй. Первый раз на маге. Ебать, Швепс танчит. Швепс уже танчил свою. Я тоже антанчил. Направо забегаем. Лог, главное, чтобы кроме добежал. Спейси он бежит, вижу. Свепс как танканул, нормально? Отъебитесь, блядь, я вон везе. Дерьмич, блядь, отстань. Ну конечно, не дышать. Ебать, у этих огров хп как у леща, нахуй, 10 обычки, блядь. Пиздец. Ну сурово, ребят, получается. Не просто сурово, не очень сурово. Насколько что там, по-моему. Остальные кто там. Блять, спейси уйди, блять, уйдите от спейси нахуй. Гастелла, блять. Кто у кого комбат висит? Ебите нахуй, с рейда, блять. Че вы бежите за всеми остальными? Пиздец. На комбат уйдите нахуй, пожалуйста. Блять, синрицу. Да господи, ну люди нахуй, ну вы дурные или что нахуй? У нас лог живой. Все, вставайте в пизду нахуй, сами вставайте, никого не резать нахуй. Никого не резать, еще раз повторяю. Мулинраж, шкаф ставь и смотри. Приключения на груле. У тебя камни кончились, да? Да, ну нахуй, реально? Что? Я могу резнуть спайси. Блять, как ты просто пиздец, да. Идешь на груля. Там 32 камня, блять. На рейд их хватает выше головой. Тем более на демоне, когда ты раскол не жмешь. Отличается. Ты будешь руки закрывать, поэтому для тебя там ничего отличаться не будет. Нет. Ой, пиздец, бля. Сейчас, подождите, дайте. Вот, оживаем, сейчас, видите,
Я наблюдаю за ним, что раз в неделю я тебе поищу. Шкаф-то у вас есть или уже все без шкафа? Потом заходит на разговор Джона, а он типа пишет и на хинжала. Это просто невозможно. А муж мне писал вчера, типа, я не пойму, почему Андрей не хочет на хинжал. Да. Вот почему Андрей не хочет? Андрей, почему не хочешь на хинжал? Вообще похуй на этой X2-нах. Уже давно сутка там не играет. Один день. Черный храм интересно посмотреть. И хиджал в целом. Так его еще нет. Хиджал залупа, а вот черный с саново вам заебись. Там легендарки, блядь. Мечи, блядь. Может перерисуют, как это интересно. И лук для хантов, блядь. Ханты радоваться будут. Ребят, смоньте там активнее, хули дрочите. Так, сразу объясняю для тех, кто первый раз. С правой стороны, вот, короче, ставлю метки примерно. Вот по вот этой окрестности вдоль будет падать метеор. По этой стороне не стоите, здесь закрывается с той стороны танк. Будут закрывать здесь дермич. Фонари, ты сзади по центру закрываешь. Вот там вот печенька где-то примерно. Вот так вот. Mm-hmm. Вот твоя зона. Вот я печеньку так ставлю. Вижу. Остальные, третья, четвертая пати, руки появляются. Не ебашим просто тупо своим ДПСом, а закрываем руки. Появляются две руки в заходе в очертании этого круга. После того, как вы закрыли, на вас кидается дебаф на минуту. Руки кидаются каждые 30 секунд. С дебафом желательно не закрывать. Если с дебафом закрываете, то с каким-нибудь своего глыба там... Диспа и так далее. Ну, короче, свои должны свои все знать. Я не буду перечислять все. Остальные милики теперь к вам. Первое, второе пати. На сокрушающий удар все время въебало подходите к боссу. Если вы тупой нахуй инвалид, стоите просто в кресте. И когда я говорю, уходите с креста. Усекли? Надеюсь, что да. Бесов надо в крест ставить? А? Бесов в крест ставить надо? Можно, можно убрать два милика. Каких-нибудь таких, блядь, недалеких, каких-нибудь, ну я не знаю кто. Ладно, пускай Вар дамажит, да, пускай дамажит Синрицу. Спейси, ебать, оставите бесов своих в кресте. На пассиве. Я не сказал, что ты недалекий. Я не знаю, кто из вас недалекий. Я просто сделал выбор и все. Кого хотя бы убрать. Возможно, ты станешь обратно. Если и будет какой-то недалекий. Да не надо какую метку, типа. Там два танка у меня закрывают руки, кроме этого. Данермастер, готов? Погоди, так а трэш мы уже все не бьем, типа, или что? А, блядь, сука, точно, забыл про трэш. Надо эту пачку мобов убить, точно. Звезду первую убиваем, печеньку вторую. Недорог и... Недорог первый касс убиваешь звезде, гармастер второй касс звезде, синрицу первый касс печеньки, суете второй касс печеньки, поехали. Я громилу заберу, танки забирать остальные. Один день первый играет, еще раз попробую. Ну, потому что их еще надо апнуть. Понимаешь, в чем прикол? Я, извини. Ну, короче, да, я просто не так вот не получил. А вот там не надо, когда-то понадобится. Двои.
Арконка, всем похуй. Почему мне не? Мне больше всех похуй, что эти тринкетки. Я ответил, чтоб ты из уважения, чтоб ты не обижался, что тебе никто не ответит. Ты ебал по мне? Подай. Если ты без уважения это написал, напиши с уважением. Фласки выдадут или свои? Так, бесов оставьте, главное, в кресте. Первое, второе пати подходите под ямало, либо стоите изначально в кресте на этом. Ошеломляющий удар, короче. Нужно будет, чтобы 10 человек стояло под ебалом, либо будет сразу адский удар. На адском ударе, когда я говорю, уходите за спину, чтобы под ебалом никто не находился. Короче, на полыба. По друиду каску. Еще раз совершенно плану. Давайте быстрее, ребят, блять. Все, отчет Д. Геро по команде. Сейчас будет печка сразу, и после печки там дабл рун. Поехали. Все, блять, лутанули печку. Геро дали. Дабл рун пошел. Ошеломляющий сейчас подъебало готовьте подходить. Подъебало подошли. Что-то лишнее подошли люди, блядь. Ребята, первое, второе пати, блядь. Только нахуй. Больше никто не подходит, блядь. Мне не надо лезть. Две руки. Руки закрывайте. Не проебывайся под ебало. Я не буду это озвучивать под ебало. Смотрите сами. На каждом ошеломляющем ударе вы должны подходить. Дабл урон, одна секунда. Дабл урон пошел. Блять, ну кто не подошел, сука? Ребята, ну, блять, чей бес вышел? А нет, кому не нравится. Кто-то не подходит. Ребят, если вы тупые, ну стойте в кресте, пожалуйста, подъебало. Выпанемся же, сука, из-за вас. Повезло, что я босса, блядь, успел отвернуть.
Дабл урон, одна секунда. Дабл урон пошел. А сколько висит баф дабл урона? Блять. Не вовремя спросил. Я отвечу. 10 секунд или 15, что-то такое. Я не помню так сколько. Понимал. Кто-то, сука, не подошел сейчас. Или позар. Блять, буду из бан давать. Ну, блять, ну, ребята, сука, все, стойте в кресте, нахуй, первой, второй пати, заебали, нахуй, 20 ударов лишних, нахуй. Стали, нахуй, все в крест и дамажим, блять. Минус ну, нахуй, всем, нахуй, блять, первому, второму пати, кто не будет в кресте, нахуй. Заебали, нахуй. Не умеете, нахуй, по-нормальному дамажить, нахуй, будьте стоять, сука, блять, по стактике, нахуй, о, ясно, еще и руку не закрыли. Третья, четвертая пати, все в порядке у вас там, нахуй. Как руки закрываются, прием нахуй. Адский пошел, блядь. Не в Невропро, а Эллену БР, дай быстрее. Подъебало, подойди кто-нибудь, плюс один, королева или кто-нибудь. Угу. Все, окей. По Эллену дай БР быстрее, Невропро. Невропро, дашь БР по... Не, по Дангермастеру. Рок, второй пати. Подъебало, подойди, плюс один, королева или кто там, или блеварка кто-нибудь. Угу. Дай БР быстрее. Ребафните рогу и ребафните друида быстрее. Первое, второе пати все так же подходит, присоединяется к нему блеварка. Ну, варка то. Остальные никто не подходит больше. Дабл урон пошел. Блять, истерию не скрытый, ладно. Сейчас дашь по мне зубы, когда скажу. Еще один ошеломляющий подойдем. Потом все за спину уходят после него. Все за спину уходим. Будет сейчас этот адский. За спину все. Просил. Теперь подъебал обратно. Прохил, прохил. Прохил адский. Прохил Мелизон. Руки. Ребят, закрывайте руки. В чем проблема, нахуй? Третья, четвертая пати, нахуй. Хилы тоже помогайте. Кроме хулипала. Хулипала держит танк. Блять, шанк умер, блять. Пиздец. Адски нахуй, ясно, кто-то не подошел. Еще один адски нахуй. Ну, блять, ну... Сука. А там вот, когда ты сказал всем в крест сбегать, что там было? Там или не подбежал, нахуй, десятый, или что там, я что-то не понял, что там было, блять. От того, что люди умирают, у него тоже копится рак, копится рага. Держу вас в курсе. От того, что копится рага, быстрее начинается адский удар.
От того, что вы не закрываете руки, умирают люди. Отойдите все к стене. На, фулл бой сейчас под лицом будете стоять в пизду. Не, не хочу вот эти лишние адские, нахуй. ЕРД, 3-4 пати. Закрывайте ручки, нахуй. В чем проблема ваша, блядь? Королева сумает. Шкаф, тыкните. А может клевом задеть королеву? Ну, клевом ёбнуть. Сильно. Ой, я походу скрипела на финалит. Первая, вторая пати стоите изначально под ебал. Остаетесь там. Овчина по лбах. Ого, а, я же начала делать эти кредиты, делать опять. Там же все хоть вам вспомнили, добавили за 350. А у меня не нашли уже там. А там, короче, я хочу спросить, ну, как вот это будет. Или вообще идеал, или как там, наверное, ну быстрее, ребят, быстрее, пожалуйста. Инту лапку, блять, инта есть на те лапки, еще заебись. Это че на полба? Блять, надо утроллить уже, спокойся, лоба, нахуй. Ну че, отдаю? Нет, там, когда он апнет, как он, наверное, типа на... На балром пошел. Блять, надо было Геру дать. Ну ладно, давай Геру похуй. Углеванкила, не надо подходить, ты лишний. Я же сказал, первая, вторая пати, блядь. И так он петов стаки лишние стакайте, нахуй не надо. По мне больше урона заходит этот. В идеале, чтоб ровно 10 давалось. Пристально гимном оно гастело ГТРМ. Пиздец, вы быстро, конечно, повысыхаете, я смотрю некоторые. Ну. За спину к боссу. Сейчас за спину все к боссу. За спину к боссу, за спину к боссу. Зубы, зубы по мне, зубы, 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 срочно, быстрее. Угу. Вернулись, подъебало стали. Блять, пиздец, у него раги нахуй накопилось. Что с ним сделали, блять? Его переделали, походу, опять нахуй. С ним что-то не так, нахуй. Что, что за хуйня? Почему у него 80 раги? Еще один ошеломляющий, потом за спину идете. Сразу за спину потом. За спину. Вернулись. Прохил.
У меня есть предположение, что Анацким убивает каких-то петов или еще чего-то, или тотем, или еще какую-то хуйню. У него из-за этого рага копится нахуй. У него просто 40 раги после адского сразу. А раньше такого не было. Ну вот, блять, просто 100 раги нахуй. От чего? Если сейчас были люди. Под ебалом, пиздец. Подъебало, подъебало. Дай себе кров, фонари. Такого достал. Блять, у нас БРК. Да углеварка подъебала, будешь подходить. Короче, варов, хури который. Подъебало. Агли. Навар про, через 40 секунд даже БР подойдет на масте. Есть зубы. Конечно. Дабл урон сейчас будет. За спину, босс. А, блять. Ну, зубы давай, похуй. Зубы помню. За спину. Дал айсбаунд. Прохил. Ну и 60 раги у него. Блять, с ним какую-то хуйню сделали, нахуй. Блять, заебали эти скрытые, нахуй. Нерфы, нахуй. Переделывание, блять, от админов. Нихуя, никакой информации, ничего. Я видел, что он умер. У нас БР еще КД. Или он 4 секунды. Да, СБР. А, уже дал. Все, вижу. Ну, все, этот Англию уходи. Больше не надо. Там резко мне урон. Ребафните урон. Так, вау. Он сейчас, блядь, начнет адский кастать. После ошеломляющего сразу уходим. После ошеломляющего за спину сразу. За спину. Пизда, нахуй. Ну, блядь. Сука. Три тела надо. Подъебал. О, опять адски. Почему он начал адски кастовать? У него нету 100 раги, нахуй. Что с ним сделали, блядь? Эти ебаные конченые админы, сука, нахуй. Он на 60 раги начал адски кастовать. По описанию почитайте, по книжке, нахуй. Он на 100 раги должен его кастовать, этот ебучий адский удар. Он на 60 его сейчас кастует. Давай, может, попробуем, как это, 10 челиков, типа, чтобы без петов, без сей этой залупы, может, что-то багается с петом, нахуй. Чтобы чисто челики были. Это не с петом. Это не из-за петов. Все нормально. Это просто кончи, что ты сделали, нахуй. Тихаря, как они любят там. И нихуя не сказали. Так, надо эта хуйня надо кому-нибудь? Первый лут сануба, его надо, блять, уже. Который первого убийства был. С отката. Надо его, блять. Этот портал не излечен, Сай, блин. Ой, находник шаман. Там еще вторая глиф. Какая же. Ну ладно, я тебя выпить могу. Ой, находник шаман. Нужен кому токен? Понял. Паладин жечь на книжку. Пускай сбирает. Стен обмен. Власть. Лучше всего сове отдать. Да, я бы сове отдал. Типа на остальных этот ринкет вообще никак не котируется. Засчитал? Или он обмен? Рассором, головку. Элен обмен дашь. Так, дальше перчатки.
Их у меня тоже две пары таких одинаково. Плюс еще с магика, блядь, упали 260-е, похоже. Давай обмен престольный. Перчатки с РПГ-латами. Давай, Агли, обмен. А еще раз обмен кинь. Так, так. Нахуй. О, блин, так подъем. Все, остальное вроде полутора нормально. Там еще 30 минут. Давайте, соберитесь. С ним что-то сделали, он криво как-то работает, это теперь говорю, но это ух. У Ленушина засмотрим. Да это что-то, блядь, эти конченые, сука, создания опять что-то переделали втихую, нахуй, как они любят, нахуй. Я вообще не понимаю, зачем они трогают, нахуй, неактуальный контент, нахуй, что-то меняют. Тут же ИВК там три раза что-то, блядь, переделывали, что-то делали, нахуй. После того, как уже, блядь, Магик Рул открылся. Ебланы, нахуй. Ну, типа, блядь, он рагу набирать должен только от убийства чего-либо и от этого, блядь. Когда 10 человек нету под этим. И плюс от печки, нахуй. Он набирает ее просто, блядь, из воздуха, нахуй. Вот, сейчас, нахуй. Торчи на полбаб еще раз. Кричите на хп, не забывайте. Швепс. А чё, отдаем? Мы поговорили на полу. Это ну и плюс у него там еще рага копится, раз что-то там. Одна рага или две там, блядь, раз в 3 секунды, блядь. Я не знаю, что это... Не, ну это много, но это просто... Немножко спитать не обязательно будет. Типа и от меня в пушке, конечно, летел за его, но он с меня спалил. Да кто-то говорит, что это как бы и я как бы разношу свою неплохо, да. А если кто-то пролокнул и меня, да, особенно вот это как будет. Да? Руки слева закройте. Сейчас будет ошеломляющий, потом сразу уходим. Сразу уходим. Будет адский. Дал избал. Адский, уходим сразу. Прохил не дорога, быстрее поднимите. Блять, ну. Дай БР по нему, Элион. Блять, ну. Ну что это за хуйня, нахуй? Он что, конченый, нахуй? Какого хуя? Чего он начал? Откуда он 100 раги взял, нахуй? Я знаю откуда. Это же он, когда 10 человек нету. Он кастует сразу адский, вот он и стал его. Так не было ошеломляющего, алё, нахуй. Не, ну хуй знает. Да, кстати. Не было ошеломляющего, нахуй.
Давно ебаная хуйня. Типа, от ошеломляющего, вот ошеломляющий кастанулся, кастанулся адски. Недорого стал 10% хп, его не прохилили, он сдох нахуй. Потом, блядь, он просто начал кастовать еще один адский нахуй. У него 100 раги опять стало. Печки не было, нихуя не было. Вопрос, как нахуй? Охуенно, блядь, просто нахуй. Вставайте, нахуй, никто вас резать не будет, сумманем, блядь. Просто, блядь, каст адского удара, нахуй, ну я хуй его знаю. Чё у нас по сакрам, блядь? Это далеко еще. Раз, два. Ты еще не сможешь нажать, блядь. Это дичь, блядь. Ребят, есть ходжевс? Я поставлю сейчас. Как обычно, в путеводителе на сервисе написано одно нахуй, на деле, блядь, соси хуй, и все будет по-другому нахуй. Джефф стоит, ребят, чинс. Блядь, конченый сервер, сука. Или это, блядь, вот этот Вайма, нахуй, блядь, хуйней занимается, нахуй, рагу ему подрисовывает. Мудло ебаное, нахуй. Ребят, смотрите, блядь, реагируйте. Как только видите как только видите у него 100 раги, убегайте сразу с подъебала, нахуй. И старайтесь, блядь, Королева, если что, ема на огонь. Если что, какой-то сейф там и так далее. Королева, допустим, блядь. Королева, допустим, первый сейф дает, шанг второй, там фонарь третий. Я, если что, дам еще. Нет, это от печки 40 раги, так должно быть. Геру дай. А дай королеве огонь. А вот. О, паладин у кого-то. Потому что он сейчас 40 раги получил, это правильно. Так и должно быть, типа. Я ж печку утонул. Ну, типа вот те разы я не понимаю этого. Нет, не может. А может и может, хуй его знает. Никогда не замечал, никогда не обращал внимания. Ну сейчас же все нормально, вот. Дабл урон 1 секунда, сейчас 40 раги добавится, будет 90. Ну, все правильно. Руки. Сразу уходим с подъебала. Ушли. Не, чуть позднее нахуй кастанул еще и печку нахуй задел. Идеально, блядь. Рага не накопила. Смотрим, одна рага, блядь. И сделал лучше некуда просто сейчас. Только есть баунт одна из-за этого, блядь. Вема сжалился, блядь. Ну я сейчас уже просто, блядь, во вред себе просто делаю, понимаешь? Я печку специально подшеломляющий удар, блядь, тайминг лутал, нахуй, чтобы, блядь... Чтобы, блядь, это, нахуй... Лишняя рага не накопилась, нахуй, наперед, перед адским, нахуй.
Блять, вот сейчас какая-то сука не подошла нахуй. Один отвалился сейчас. Да, вылетел челик. Подойди, Агли, под босса. Будешь подходить вместо Спейси. А у него еще пет был, да? Да, у него пет был. И не, он. У него и пет был. Он только. А не он. Он шпок. Дабл урон. Одна секунда. Дабл урон пошел. Навер, навер, дай БР по Элиону быстрее. Закрой. Руки закрывайте, ребаф не сосу. Блять, за Гагулина еще умер. Ну, блять, ребят, ну, пиздец нахуй. Вы на вас если дебаф, ну, блядь, хейтите нахуй того человека, который, блядь, не закрывает нахуй. Блядь, где печь нахуй, сука? Ну, ладно, избан буду давать. Ушли все за спину, ушли. Все, вернулись. У нас БР у Эллен еще 3 минуты почти, блядь. Минус 2. Блядь, ну что это, ну... Сука. Че, урнуло? Че урнуло, блядь. Он прошел сквозь меня каким-то образом, блядь. Дабл урон пошел. Ну вот, блять, а сейчас все нормально, сука, с рагой нахуй. Прошу заметить, нахуй. Не учить в этом проеба этого новацкого, что вылетел человек. Дай сокру королева. Дабл урон пошел. После этого ошеломляющего уходим за спину, будет адский. После ошеломляющего уходим за спину. За спину ушли. Адский сейчас будет. И потом сразу подъебало после адского. Эма на огонь жми. Подъебало. Дабл урон пошел. Секунду.
После ошеломляющего сразу убегаем. Убегаем после ошеломляющего. Убегаем. Ушли, 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 ушли быстрее. Частицу секунду обновить. И такое ощущение, что одна частица была. Опять нахуй, кто-то сдох или что, блядь? После ошеломляющего за спину. Опять у него рога что-то резнулось, блядь. А это как сейчас? Не знаю. Как и в прошлые разы, нахуй. Какая-то хуйня, короче. Подъебало быстро. Сейчас не резнулся нормально. Короче, блядь, я не понимаю, нахуй, что они сделали с этим грулем, нахуй. Но он так работать не должен, нахуй. У меня вот человек написал то, что их дело сломалось в Кари Хэме сейчас. Видимо, не только у нас такая проблемка. Да и похуй уже. Похуй, не похуй, ну типа, блядь, просто нахуй, что это за хуйня вообще такая, нахуй. Драливаем лут санобанов. Лут говно, да. Кружки нет для рук. Самое сладкое, что есть. Не, самое сладкое это с магика там. По мне. Так, я сейчас ЕП дам. Задержались на 5 минут. Ладно, накину троху. Сколько там? 4400. 1200. Плюс там задержались. Еще сотку накину. 1300 хватит. Настя, начисли, пожалуйста, волку и мейклав по 1300, пожалуйста, прямо сейчас. Чем? Потому что они сидят на твинках. А, ты уже привязала, короче, все окей. Все, вопросов нет. Знаешь, волку только. Андрей. Элион обмен. Дальше. Древкова еще одно такое. На замене тоже Крин, да. Воин, охотник, шаман. Токены надо еще кому-нибудь идти? Еще 2 штуки есть. А что? У меня сверху еще. Не понял. Пуха. Можно? Мне 10 овцов. Вот какой новый вообще навар, я не знаю. Крит. Фура. Ладно, последний. Дерми, в следующий раз, короче, заберешь, пускай на самом. Я не знаю, как они меняются, я не помню, нахуй. Шумотка, по-моему, и токен. Да, без зуба. Это моя просто. Просто да, забираешь. Без УД, блядь. А. Там по 10, типа, ладно, хуй с ним. Кирилл, что по поводу ЕП? Что по поводу ЕП? Фул ЕП начисляешь. Фул ЕП начисляешь. А у Кирилла есть доступ, а у этого Алка... Есть у него доступ. Вот. Только ему за ИК не надо начислять, только за Майк-гру, он поздно пришел. 1300. А валку я 1800 начислил. А зачем ты, блядь, 1800 начислил? 1300, блядь. Так ты сказал валку и королеве начислить 1800. Ну, знаешь, я перепутал, блядь, сними 500. 1300, блядь. Гастел обмен. Дермич не был на ногу, да? Кому ничего не надо, можете уходить. И по одна. Ай, блядь, какой я ебаться пришел.
В принципе, рейд пошел неплохо, без особых косяков. Если бы не херня с грулом, то быстро закрыл. Просто я видел вторые рейды раньше. Это было пиздец. Нет, второй, я... рейд на... второй рейд на прошлом КД закрыл за сколько, 2.40 или 2.50, по-моему, я выкаплю с моим игром. И целка мы закрыли первым за 2.50, я смотрел. На этом КД, первом рейде. Я ставил 250. Нет, он тех кусков мало. Сорвел. Выносливость, интеллект, меткость, скорость. Ловим раша, блин. Пиздец. Охуел. Посох. Танк мастер мен. Пошли покурим и попиздеем. Слышь? Кому это говоришь? Тебе. Они еще шелут нахуй роли? Или тебе это похуй вообще? Что за запах? Обоссанный запах. Ну, катерись. Он не АДК. АДК он сейчас, потому что безысходность. Блять, лут такой ебаный, я все щит на хапалах еще, блядь. Плащик еще какой-нибудь надо. С Мучезара, блядь. Вот такой мэнхенд хочу, блядь. То есть я забираю этот оффхенд, да? Это моя юга. Представь на обмен. Осталось 3 токена получаем. А не, еще вот эти перчатки никому не надо.
Давай для коллекции, блять, возьму. Давайте обмен. Токен первым. Сейчас увидишь, сколько уходит. Только нахуй я их взял, блядь? Ой, лол, блядь. Два, один, быстро. Я тут на банк набираю. Нихуя. Он стал, чего-то нету здесь, такая. Вот. Девять кабать. Три, два, один. Обмен. И последний. И теперь ливает к жомам. Каким еще жомам? Ну, там были телеки у нас. Я думаю, вот нахуя я взял кольчугу, блядь, и РП, блядь, на РПАЛа, блядь. Может, на ХПАЛа один? Средний токен уходит за 9к юкат. Окей, юкат обновили. Короче, не знаю, что вы там про резист говорили, но резист, ебать, 50% срезает дамаги, нахуй. Это вообще жесткая тема. Ну, на синдре.